Вот пытаюсь оплатить через Сбербанк интернет, соответственно, с сайта того, где я хочу оплатить, переходит на сайт Сбербанка, ввожу номер карты, CSV код правильный ввожу, и мне здесь выдается после минутной задержки сообщение: невозможно подтвердить карту. Ну, буду пытаться сейчас оплатить через, например, QR-код или там Сбербанк онлайн. А как вы решаете данную проблему? Спасибо за внимание.